В минувшем году новоуренгойские подростки совершили 37 преступлений, один из них нарушил закон 10 раз. Об этом в ходе аппаратного совещания рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних городской администрации Балбекея Симбаева. В основном несовершеннолетние угоняют автомобили, употребляют алкоголь и наркотики. Массовыми гуляниями жители Карачаева отметили последний день Масленицы. Уже в третий раз местом их проведения становится площадка храмового комплекса. Театрализованное представление и веселые хороводы, традиционные русские игры и ароматные блины, несмотря на крепкий морозец, желающих отметить окончание масляной недели оказалось предостаточно. В городской администрации состоялся первый тур игры «Умники и умницы». Инициатором ее проведения выступили специалисты территориальной избирательной комиссии Нового Уренгоя. Каверзные вопросы для участников подготовили педагоги, но поймать врасплох эрудитов им не удалось. Школьники легко находили ответы на самые непростые вопросы.